Краткий обзор 64-й серии сериала «Красная зона», который вы сможете посмотреть во вторник, 20 июля, и в ней вы узнаете о том. Хлебников узнает, что его бывший сосед бомж Соломеев в тяжелом состоянии, но до сих пор не НВЛ. Иван Андреевич обвиняется фоном в халатности. ПЦР-тест Хлебникова отрицательный, он может покинуть красную зону. Ивану неожиданно приходит идея, как можно помочь пациентам, которых не спасает ИВЛ. Для этого необходимо дорогостоящее оборудование, но Сергеев отказывается в содействии. Хлебников рассказывает Ларисе о методе ЭКМО, но Сергеев считает его дорогим и неэффективным. Горячев продолжает ухаживать за Викой. Никита недоволен таким поворотом событий. Заславский узнает, что Хлебников вышел из красной зоны. Он пытается с ним поговорить, но разговора не выходит. Сергеев уговаривает Заславского приобрести аппарат ЭКМО. Тот соглашается. Сергеев хочет присвоить лавры исключительно себе. Хлебников продумывает технологическую карту, благодаря которой дорогостоящую процедуру с использованием препарата ЭКМО можно провести по МС.